Өтүгүнэн күндүк рәчүлөр бит эхиги бужа кускай бирини көрөгөт бүгүнгүдө хары бүтегер рахтагы жамсыктарын скиверин ону теңе бу тарелттен кайда хүрелли турарын билех бит. Краснояра фонда Чернышевская улица Бхагцугутугар Омоглубот. Бу духовный семинарий у Таратурар, Джамсактар сквер дарантугунан кепсех битим барабыт. Бу сквер тутулутан идеятын өсе 2-тыгынча онағысыллаққа Джамсактар сыджанлары ден типатонки государственных емчиков терилте халаячыта Анатолий Добрянцев эти киллер битебит. Бу жокускай коракка буманнык Джамсактар сквер дарантутулхайын денсеп. Он на икитинча сюрбех лака балаганын он түйөт күнүгөр корат күнүгөр бус квер өрүлөх бүгүгө майгыга арылды бетебит. Очолорго икитинча сюрбех лака пандемия кеме болан бус квер барын тугунан элбек кии билбет болох тахдиас ден санаанан олохрамыт бии бүгүн эхе бус квер тугунан кепсиятын барат. Сквер турар месте мне историческая солтала, я не вон то дитер. Он ахсус уяга, бо залака. Этим Семен Дюрнев атанан улусан улуса Иркутской трактен атан ребце. Бо улусанан, бо трагнан, че чоран кого догуалла, че джамсак саргала аттара Иркутской коракка атаналла ребце. Би бу скверга тугу көрөбүт. Бу скверга самый көстөр сирге, самый кие карагар брагаллар гына ол верстовой столба турар. Итинне боллагана Иркутской коракадылы бу 2-74 километр диен суруллан турар. Ону тахынан стела барсып, ол стела бар. Ити стела жиңинен бу местага өссө 2-13 сыллака тутулуп дебит. Турорлу бетебит. Очоларга боллана тох. Бу залак орой залажный пасат ген боллады. Терилли бите 335 сылгар. Ананан турорлу бут. Онна итинне очотогы воевода Фома Бибиков укаха суруллан тура. Онан бу сквер бу местага турар эми кадере орунна курдукчы. Ону таһынан кие караган өрдөр бу элбах багайы эдер хатыннар үйүнөн тураллар, крыгыбай фонарный столбалар баалдар, скамейкалар сыңалаңы сыгынна, оолор оонюлларыгар киең делеге местеле ону качаллардах. Онон бии корапут олохтоохторун бу маннык кере местега келеңи циннянын денин ырабыт, ону корапутун бу кабары тапты хайың, она харысты хайың денин ырабыт. Табиги бу Якутскайга ямшиктер сквердергер келен турабыт. Ата, конечно, бу бигиги рахтагы жамсыктарын сыжаннаргар бу почетный месте болар. Дегенен бу Иркутска, Якутскай трак онырык дирин улахан историялар. Ону бу биги сүрбехил устата шергутен үлени хилжабыт. Халабур бу Якутскайтан витимга дири 6-13 почтовая станция бар эте. Олонно Россия Арас губерниятыттан нучалар келеннер жам сүрдү биттере. Колобур мен эбүгелерим Ой Муранская почтовая станция дени. Турор буттара
Афанасий Степанович от Дабанской почтовая станция. Это угодно вине ансамблем членера и сеть станция та сине. Иланка, ну, в общем, раз почтовой станции там келен манна джукускай габлин олороллар, онна манна боллағына емшектар культураларын бейтар қатабыд. Хандақыралыры лүретлер, тұбылынан жарықтан әретелер, вот. Онна боллағына, бұ манна өлбәқ бай станцияға білген кініге хұриялылар бары. Бәлерін бұл станцияларын историетін, қанлық фамилиялар бұ манна келен олар бұттарай, тогунан жарыктан мыттырай, қайдақ жолын өретілері, в общем, нахан тірейіне жүрген кенлер боллағына сүрбе 5 сылға ден маны рекрутской службаға келелері біт. Оның боллағына фактически кімдағыны төттірі бар батақ. Маны бұл олықтабыт станцияларғыр кенлер қалан қалбыттыр. Қолы бір бі өбіге біт Прокопий Филиппов 12 олы төреп біт. Иті бары Филипповтар, ой Муранской почтовой станцияға лор бұд, ол аттар болағына бұл сақа ерегері тибілуге, горнайға, бараннар сақа кіргіттірін ағаланнар оны, в общем, олар-олар ебіт. Оның болағына бұл отын дружба якутов и русских болар, любовь, оны болағына отын бары жамсықтар уже үйістер дүс поколениеттан сақалы ғанарар бол бұдтар. Тверга бі болағына мусустарға этноквесан орбопыт по следам государевых немщиков тен. Онно без оғылар командалары кітті бұттыра, бұй Жакускайтан, Табага станцияттан, Төктүрттен, Ула хантан, оны Покровскайтан. Бары ғуманна келемет бігі квеспытын арай бұппыт, манна бары бәлерін командаларын кәпсе әбіттіра, жа онна масыналарға оларамыт бастан Табагаға, үлі барамыт бұ табақаға баран табақалар бәлерін станцияларын тұғынан кәпсе әбіттірі. Ол үнесі емшескай диктан сұрый бұп бұд. Чы бөшім оғаларғы бейхен оға бейтіні кітті ғылды бұды мәсіңнаннан. Оныттың бейі Антон Толч Добрянцев бұд, Кулагин Василий Алексеевич ол келінері кітті ғылжанлар бұ жамсыптар қайдақ манна олар бұттарын барманны кәпсе әбіттірі. Икі күннағы квест нағайын тірегенелік, нағай жүгедік бол бұды. Оны манда День России бігі білді олақан концерттің ғор бұпыт. Бұ кәнікеттің тіп пандемиянген болан олақан тәрігенлерің ғор олек біт. Оттың бігі қолы бір бігі әпшесілінен тәріл тәбетігер 230 кейі манны кілджар. Ансамбілдар, бұ жонлар бұ бәбі бүгілер біт историяларын білек бітін бағара біт дей бітті бұтты. Жонлар бігі әпшесілінен тәріл тәбетігер кәлелер. Ата, конечно, по станции ты блингенгед либо холобулгунях так, бестек, Покровской, Габатамайга, Уедейге. Мне пора не стека берда бу джамсак тер сижандра химбир олор олор. Вонда кинер галар не бялерин культуралан тута хилчандар. Симбир тюхда сакали хангар буттаран сакалари кипталар буттаран хин кимбир кинер бу. Нучали риалары, нучали пляскалары, коровоттары химбир тута хилчандар. Бұманна бұл мен ансамблем, емске бүгінсі, онна ұрақтағы жамсықтырын сыжанлары келін тұра бұд. Отын самай бігі ұбастыр, самай ағам састақ бігі Филиппова Татьяна Митрофановна. Кені ходыру тұғығын бес ағынты олар. Оны бігі ансамбл бұтығыр олық өрек өте ұлды үнкілі сылжар. Кені титары почтовай станция тұттын түріттәқ. Кузьмина Антонина Семеновна, это у нас лартан сине почтовая станция тегаролар бута. Бу Кузьминнар киеттере почтовая станция. Оксана Терешка, кени боллағана Иланка почтовая станция тэттан төрюттэх. Сонова Елена Иннокентьевна, Исит почтовая станция тэттан төрюттэх. Федоровтар. Так, Филиппов Афанасий Степанович, Аддабан почтовая станция тэттан хэльчар төрюттэх. Так, Федоров Михаил Степанович, игит почтовой станции, да? Да. Якушева Егорочкина, Надежда Владимировна, сине почтовой станции, да? Он на Иланка, да? Сине он на... Ой-Муран. А? Ага, сине он на Ой-Муран почтовой станции, тут она, ага. Тухта. Так, в Булгуняхтах почтовой станции, это Никиенко Антонина Михайловна. Так, он там бігі Аксакалбыт, Анатолий Дмитриевич Соколов, кені Иланка тан төріттәх, он бігі бұ история бұтын, олақ бартын сұрыя тұта хілджар.
беги самый у вас тыр джам. Дямсык пыт. Ага. Да он бихи коллектив пытыр болса тордағда Николаева Элеонора. Келле, кене бүліттен хылдар. Ага. Ну, в общем, ну, котан он мин Оймуран почтовый станцияда. Почитая наших предков, имщиков, которые несли тяжелейшую службу, я решил написать вот книгу еще вот так. Вот это у меня пятая книга. Эта книга называется, тоже называется «По следам государев имщиков». Здесь, конечно, это мой 21 год я трудился, вот, чтобы выпустить вот эту книгу. Тут все досье о ямщиках. Это единственная книга, она справочно-информационного характера. Она всем нравится, но, правда, последний тираж вот этой книги всего 200 штук. Это очень мало, конечно. Сейчас столько желающих, я больше не могу. Меня все раздал, это у меня последний экземпляр свой остался. Поэтому настоятельно рекомендую. Интересно, вы прочтите, посмотрите. Историю свою надо знать. Знать неплохо. Тут все, значит, и кроме всего этого, тут есть раздел «Моя Иланка». Это моя родина, малая родина, где я родился, рос, где там мои родители, учителя воспитали меня таким, как вот я получился. Этот раздел написан не просто так, лишь бы, а, знаете, вот всей душой. Все босоногое детство я сюда выложил. Поэтому многие читают, некоторые доплачут. Вот такие дела. Поэтому, ну, все откровенно. И кроме этого, я тут в последнем разделе описал 20 почтовых станций, начиная от Якутской городовой и до Витимской. Это 20 почтовых станций. Все досье. Кто когда приехал, когда обосновал вот эту станцию данную. Вот. Какие люди, из каких городов, за что и стреляли. Отметить, что имщики – народ музыкальный, певческий. Это были времена, когда вот они со своей малой родины привезли сюда свою музыкальную культуру. Не только вот имщики имщицкие песни привезли, казаки – казачьи песни. Каторжники, кикардные политические ссылки, тоже свои песни. И получилось так, что вся эта музыкальная палитра всей России за короткое историческое время оказалась здесь, на почтовых станах при Лене. Конечно, люди приехали, русские якутского языка не знали, якуты, значит, тоже не знали русского языка, поэтому общение, привыкание, вот проникновение вот двух культур, двух народов проходило очень довольно тяжело, трудно, но нужда заставляет, они в итоге, многие русские начали даже русский говорить по-якутски лучше, чем даже многие якуты. И такое было. Вот. И теперь, вот раз музыкально, в общем, якутское население тоже песни пели, конечно, свои песни. И вот дошло до того, что сочиняли вместе на русско-якутском языке песни. Вот, например, я помню частушку, там вот такая. Вот заметьте, пожалуйста, там рифма есть, все есть, но на русско-якутском языке. Если Лена Тонгнагуна, трудно будет Харбырга. Если милая не любит, трудно будет Таптырга. И еще одна частушка. Симпатичная девушка, олус-олус я люблю. Из-за этого, наверное, тюню бога я не сплю. Ну и русские и частушки тоже были. Значит, вот, например, такая есть. Наша крепкая фигура, нашу крепкую фигуру видно сразу без очков. Принимайте принародно, мы потомки имщиков. Вот. Девок много, девок много, девок некуда девать. Если лошади подохнут, будем девок запрыгать. Это в тему. Действительно, лошадей не хватало, фуража не хватало, значит, торосы и так далее. Ну, языковой барьер. Языкам, ну,
Имщикам очень тяжело приходилось. Но все-таки все пережили, все нормально. И теперь дошло до того, что многие потомки имщиков в нас, в республике, стали большими людьми, руководителями, кандидаты наук, медицинских наук, доктора, профессора, инженер-строитель. Я инженер-строитель, например. И доволен своей судьбой. Я считаю, что для своей деревни я много сделал, знаете. Многие. Вот книги написал. Я там верстовой стол поставил, часовню поставил. Еще в каменном исполнении. Вот. И вот еще хочу отдельно отметить, чтобы вы знали, что от Якутска до Иркутска 123 почтовые станции. Из них от Якутска до Витима 63, от Витима до Иркутска тоже 63. Итого 126 почтовых станций. Вот. Это мы их все восстановили. Были времена, а их они все упали, забыли даже, да. Понимаете? Это тоже чего-то стоит. Укушерка тебе, батя. Он котёгор бабушка тебе, того он алтасагар альбите, бабушка вот. Он ещё он и терапите, папа вот. Мама вот Наталья Накентьевна, он там септиген без кузера вар, без кус. Волотар вот вары сохтар. Он и папа вот ямшикася, пошта сюрдерася, пошта титаруттан, тока батамайга галарася, батамайга тохтанара, туттаранара, тетторю эве пошта галар. Тикке он там яланка варалар, яланкалар туталар барнашоп. Дмитрий Иннокентьевич тен кихи кэрэн кутёппит поштаны яланка тетторилле варар. Через день ол курду поштаны сюрпите ол кут. Няня вот няня, Марпа Митрофановна дед. Бабушка вот лохон кыга. Эпте. Вот. Он я то беги тёран юханасту сритапутте мини он агасыл. Сюрбагасыл дайаркала бутым. Он я то кыры улени гулячам ди. Чёрдарек клаху бутер бутым. Папа вот армия вартын кэнне, мама бутер догор болы хала бут. Онтон, болнана ол курды гулялян бутым, дорожной гулялли бутым, сюэхи көрер, тим убаха көрер ол курды. Олар бут, папа бут кэнер дери. Бұныр суд бірема тәсе, чекалаптан тақсанлар, сұтанлар, кәләнлер, бабышқа бұт, Анна Петровна хаталыр әсе. Жонлару Митарпаниқа мәқсін тыннақ болын, бігі тыннақ қалды бұт дейр әселері. Әпте, оның бігі өскәуіп бұт, әті қырғыттар сіпліген 5 күстен 4 күсері қалын тұрыр. Былыр аспыт сыл, аспыт үйе хэттону сылларгар сине, хеленне хине осколотыгар учуталнан ананан кэлбетим. Онтан ыла джам сыгден тылмин олоқпар кив бите дегі хэп. Дылға хан бәтеме бұланын оңорбута. Иннегін амын ол онна тапталбын боламын керген тақсан икке оны төретен джам сыгден улахан аймаққа кенит болан оларбутым. Ота бу хине деревнете джама ден аттылар, то дейті қакинне деревне дебеттер. Бу тыгынча хэтте үстюрдон үсіллақа дерелі біте ден аттылар. Олонна амаңнай гы джамсықтар. Мен кепсияқпын барымын түн бұлыргаттан. Мен оғаннорым, кергенім эхэте, қоса хэте. Цверковны приходской школыны бітер біт, Егорыны кентевістен кихе. Оғаннер бар ете Соловьев тен, только қотыным ағат ете. Ол кеге үрдәк, үрәктәк, секретар болан, онна тоқтан. Даже маннеттәк приказшығына білелеуі те дейлер. Жетігір қырыс көтерен. Хоннық білілер аймақтардақпын. Онна күзметтір инелері, олата мен тойыным оғаннер инете, Улах антан төріттәк, Иванова ден, дегенен қыз фамилията. Оғынама кені бәтеме оғыны көтегар павитуха ден нұчалы әбіт. Кені көзіметтерге керген тақсан
каста без оно утеретен, бик тарбута. Он то ники уала тоннен кельбиттере херитен, тоннен кельнер колхозка, хапкозгулеленнер хурда берлингетие, хурда слава орденнер, дах медельнер, дахеленнер лелен, эльбе оно утеретен олар буттара. Он там биру ола, хамай кыры ола, Дмитрий Стафьевич ден, эме Москва, кыргыгытыгар кыттан, кене раненай болан, элейте улаханнык бағыран, маннык тыйыса илгала херге кыян олар бад болан, кене ичге сирге бар ден Молдавияға көспіте. Кене Молдавияға учутал оскола, олелебіте бендериден корыққа. Кенини боллана түрдөн үсүллаха шөкөтүттүм. Түрдөн үсүллаха бери генералдары, обо хери кыйлактарын кыттыңыраннар, Михаил Иванович Калинин, такт орден, сулус кыл сулус орден ордены туттар быта. Онан хүрдән кен туттар эте, дядя Дима динатыры. Дядя Димага бу мен бендераға үйетін бұхылел әбетін хен кенені Босколаға хебілінгі дылы ол Молдавскай, Молдавияға бендера қораққа кені атын негерен школа имени Дмитрия Евстафьевича Кузьмина ден аттақ. Вот онан бігі кен тұттабыт, сенлер бар кәсіпін, манна барытығар музей гәнген қарсы қатынығын бартын бер бітім. Онна бігі оңыр кәрген менен барығы сыдды бу пут хурдан до дотун ахтар хакалы хаңарар эте олох манна табарыгар түн булыр хакалы алфавитнан хурусар эте онон онну бин кузмиттерге кинит болон олорам бу жансыптары билсип менен хурдан кен туттам